Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем играть в DBD-шечку за Квоуна. Сурвы взяли, как можете видеть, Коудвинд. Сейчас посмотрим, что выйдет. Ты смотри какой. Сейчас там заведут, поэтому надо назад вернуться. Прелесть клоуна в том, что он именно динамичный. Блин, старые знакомые. Здорово, желтая куртка. Он до сих пор не поменял куртку. До сих пор в желтой ходит. Смотри, какое. Я не успею отойти, да? Ну нет, успеваем. Как же я люблю клоуна вот именно вот от этого аддона. Я понял. Финга там играется. Тебе надо как-то переодевать куртку, дружочек. Желтый цвет нынче не в моде. Все, сразу сливается, молодец. Он и в прошлой катке вроде как сливался сразу. Клоун на то и клоун. Если играть правильно, играть с правильным билдом, тем более... Это ман, который может результат показать. Это не какая-нибудь там Анрё, грязь там или крик.
Пойди, как должно уже спасти. Вот бы этот аддон вшили бы клоуну, вот это было бы вообще шоколадно. Я так и знал, что здесь один есть. Это нокаут. На ёлке. Ну чё вы не спасаете, ну? Спасать-то надо. Вижу. Офигенный аддон на самом деле. С ним против клоуна не постелсишь. И зарядим сразу. Каким образом у вас так получается, что вы не хотите просто умирать, а? Все-таки время четырех перков прошло. По крайней мере, для мана. Надо делать хотя бы перков 6. Набить. Как думаете, на каком генераторе? Ну давайте проверим справа налево. Получается, что там. Ну. По-моему, они подношения на люк не брали. Нет.
Ну ладно, люк не подсурва, я согласен. Я понял. Хочет так побегать, давай. Ты смотри какой, ну здесь нормально. Здесь он видел, что я атакую. Никаких автоорехов. Прекрасненько. Клоун, как всегда, на высоте. Как всегда. Вопросы есть? Вопросов нет. Всем спасибо, привет за просмотр. До следующих серий. Всем пока.